творческие коллективы Оренбурга традиционно собираются в музее истории города. Все номера на родном языке писателя – украинском. День рождения Тараса Шевченко – еще один повод вспомнить его творчество, знают которое во всем мире. Любая народная, собственно, культура, мне кажется, она жива, всегда. То есть, пока жив народ, песни живы. Именно здесь, в музее Гауптвахте, Тарас Шевченко находился под арестом весной 1850 года. Сегодня в память о знаменитом пленнике читают его стихи и поют песни. А представленная выставка книг – работы, которые написаны им в период заточения. В Оренбургский край Тараса Шевченко отправил Николай I по приговору за смелые стихи. Большую часть времени писатель провел в ссылке в Орске. Фестиваль «Шевченковский март» проходит по всему Оренбуржью на протяжении месяца. А завершится он традиционным гала-концертом украинских творческих коллективов в конце марта.